Сотрудниками полиции по горячим следам раскрыта кража 5 лошадей, совершенная в Тандинском районе. 15 января в отдел полиции обратилась 48-летняя жительница села Балгазын с заявлением о краже. Женщина пояснила полицейским, что ночью неизвестные похитили 5 принадлежащих ей лошадей, находившихся на свободном выпасе в поле недалеко от села. Также заявительница уточнила, что в хозяйстве у нее имелось 10 лошадей. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело по части кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В ходе оперативно-розыскных мероприятий недалеко от села Балгазын полицейские обнаружили место забоя похищенных животных. С места происшествия экспертам-криминалистам изъяты следы обуви, следы протекторов шин, а также топор и веревка, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. По подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали 5 мужчин, жителей различных районов республики в возрасте от 22 до 32 лет, один из которых неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение